Известного на весь мир тигра Амура увозят из Приморья. Собственники, Хабаровское министерство земельно-имущественной политики посчитали, что ему будет лучше в Краснодаре. Тигр Амур живет у нас с 2012 года. За это время прославился дружбой с козлом. Нежные и забавные фото облетели весь мир. Договор о пребывании в сафари-парке должны были продлить, но у хабаровских чиновников возникли возражения. В министерстве настаивают, что зверя необходимо вывести из проекта Евразийской ассоциации зоопарков и отправить в Краснодарский край.